Меня зовут Кузнецов Владимир Сергеевич, я агроном ОРА «Сказовская». Наше хозяйство расположено в Тамбовской области, Рассказовский район. Сейчас мы находимся в данный момент на поле сои. Для нас культура это новая была, но получилось, что наш климат и почва подходят для возделывания. Получаем стабильный урожай, пробуем разные сорта, ну получается. Высеваем разные группы спелости сорта, и ранние, и средние, и поздние сорта, чтобы могли мы постепенно начинать уборку. И ранние сорта применяем для того, чтобы могли сеять озимые. У нас в хозяйстве присутствуют повторные посевы сои до 3 лет. Также сою размещаем после кукурузы, ну, редко когда по зерновым. Для успешного возделывания сои и получения стабильных урожаев с хорошим качеством зерна на это влияет очень много факторов. Применение удобрений, гербицидной обработки, фунгицидной обработки, также технология сева, с каким междурядием, какие сорта, с какой нормой высева. Без гербицидных обработок невозможно получить вообще урожай. Подход комплексный. Мы гербицидами работаем, и также все в обороте, и сплошным действием работаем по осени. Но у нас стратегия такая. До всходов обрабатываем почвенными гербицидами, потом фолиарно уже зачищаем ее по вегетации, когда от 1 до 3 утрочатых листьев. Потом уже смотрим злаковое засорение. Можем еще и зачистить злаки. У нас получается получать урожай с высоким содержанием белка в зерне. Средняя урожайность у нас 20 центнеров с гектар. До всходов мы обработали гардугод, а потом фолиарно работали препаратом Flex плюс прилипатель. На этом поле мы боролись с однолетними двудольными сорняками, с многолетними двудольными сорняками. В этом году гербициды справились со своей задачей очень хорошо. Была влага в почве, получился гербицидный экран. Почвенный гербицид около 3 недель сдерживал растения сорные. Далее мы зачистили сою уже фолиарно препаратом Flex. Как вы видите, на поле соя чистая от сорных растений. Гербициды хорошо свои задачи справились, как бы мы довольны. Каждый год используем препараты новые компании Сингента. Каждый год проводим испытания на делянках. И потом уже, исходя из этого, выбираем препараты. Уже на полях у себя их применяем, смотрим. Инокуляцию и обработку семян мы 100% обрабатывали компанией Сингента. Это инокулянт Атува и препарат Крузер Макс. Если не применять гербицид на сое, то урожайность будет, я думаю, центнера 3 с гектара, и там будет высокая засоренность, комбайн это, мне кажется, не уберет. Но мы всегда применяем гербициды. Вот сейчас, в данный момент, прошли осадки, соя, видите, что себя хорошо чувствует. Я думаю, что этот год, я думаю, мы должны больше 20 центнеров убрать. Коллеги, всем добрый день. Меня зовут Уваров Максим. Я полевой эксперт по ключевым клиентам компании Сингента. На данном поле посеяно сорт Султана французской селекции с нормой высева 140 кг на гектар. Сев был выполнен 14 мая. Обработка была проведена 8 июня в фазу 2-3 тройчатых листа препаратом Flex компании Сингента совместно с прилипателем. Как мы видим, спустя 2 месяца данный препарат прекрасно себя зарекомендовал, прекрасно сдерживает рост сорняков.